Слава Богу! Слава Иисусу Христу, Спасителю нашему Господу! Приветствую всех, братья, сестры, дорогие друзья! Во имя Господа Иисуса Христа благословляю всех вас! И сегодня вот в вечерней молитве благословляю словами и молюсь, вот читая из Библии, с послания Колоссянам, 1 главы, 27 стих написано, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы, дальше написано, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Для чего я и тружусь, Павел пишет апостол здесь дальше, в завершении этой первой главы. Подвязаюсь силою Его, действующей во мне могущественно. Аминь. И действительно, великая тайна, самая великая тайна наша, христианская, Христос в нас, упование славы. И ради этой тайны, ради вот этого спасения, которое Бог дарует человеческому роду во Христе Иисусе, Павел трудился как апостол, как помазанник, труженик на ниве Божьей. Сегодня мы продолжаем этот труд спустя 2000 лет. На протяжении всех этих 2000 лет Слово Божье распространялось и распространяется. Благая весть распространяется. И вот это спасение, тайна спасения, благодати Божьей действия. Знаете ли, как вот некий цветок, мне он напоминает все время цветок, который раскрывается, как бы раскрывается постепенно, 2000 лет. И я убежден, что он пред пришествием Господа Иисуса во всей своей красе раскроется. Потому что вся тварь стенает и мучается, все творение стенает и мучается, ожидая откровения сынов Божьих. И пусть в нас это откровение, Божье откровение, евангельское откровение, оно произойдет, оно прорастет в нас. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю всех вас, возлюбленные друзья, братья, сестры. Христос в нас. Упование славы. Слава Иисусу Христу! Спасибо тебе, Господь, за этот вечер. Благодарю тебя за эту вечернюю молитву. Благослови всех нас во имя Иисуса Христа. И пусть откровение твое в нас будет. Аминь. Аминь. Потому что вся тварь, все творение, весь мир растительный, животный мир, а наипаче человеческий род – ждет этого откровения от Бога. Ждет это откровение. Оно от Бога дано уже. Но это откровение, чтобы оно от Бога, оно в нас, верующих, проявилось. Слава Богу. Да, благословляю все вместе. Да. Вот. И спасибо всем огромное за молитвы, за поддержку. Вот. В эти дни вот все так произошло. Вот умер Александр Сергеевич Моисеев, да, вот похоронили, да, и Бог утешает нас. Вот, и я вот вспоминаю тоже и в эти дни как раз тоже, как и маму, и брата хоронил своего младшего. И вот, уходят наши родные, близкие люди. Вот, и действительно, наше упование – это сам Бог. Аминь. Немножко подостребим.
Пусть Бог благословит всех вас. Вот. Бог утешает нас. И тем утешением, каким Он утешает нас, мы делимся с вами. Жив Бог наш. И Он любит каждого из нас. И наш приход сюда, в этот мир, и уход с этого мира. Все под Его действительно отцовской, заботливой такой рукой. Спасибо, Господи, за все. Шалом, мир вам всем, друзья, братья, сестры. Благословляю вас всех. Особенно благословляю Белгород. Вот, прервался семинар, но надеюсь, вот вскоре уже на днях уже продолжить. Вот, очень важные темы поднимались. Вот, и поднимут, и будут подниматься еще в этом семинаре. Пусть Господь благословит вас всех. До встречи с Богом.